Блин, касается красоты только процесса эфира. Просто супер. Супер, спасибо. Все мы тут на любителя, что уж говорить. Кому-то я не нравлюсь, кому-то вы. Но в основном вы. Шучу. Скучно с вами сидеть. Он говорит, что ответ на личку он будет дарить больше. Что ж я ему отвечу, если я занята? Сэм. Very busy, Маринад. Я с Ростова-на-Дону, йоу. Молодец, я Ставрополь. Ржать. Видишь, мне некогда. Я разговариваю здесь. Потом напишу тебе что-нибудь. Ты дари, а потом напишу. Давай, давай. Там надо чуть-чуть осталось. 57. Ребята, дарите красиво. О, боже. Don't tell others my message. Хорошо. Окей. Okay. Don't tell. Да. Пойти выпить, что ли, пока выходные. Какие выходные? Сегодня понедельник. У кого выходные? Я вот на работу сейчас пойду. Сейчас Сэм подарит мне много-много many-many flowers. И все. Я пойду работать с чистой попой, с чистой совестью. У меня через час. Что через час у тебя? Выходные наступают. Обалдеть. Вот этот экран наступает. Спасибо, спасибо. Я это, что думаю-то? Надо что-нибудь интересненькое придумать тут. А что за игры? Расскажите кто-нибудь. Что за игры на желание? Что там за желание бывает? Майку вот так поднимать не надо? Да я вас осознал, панику. Гала трофей. Спасибо. Зина. Зидан. А, Зидан. Я смогла прочитать. Ты нашла там работник себя? Нет. Нет. Сейчас дистанционно один заказ просчитала. Бабушка думает, у нее сын на СВО, короче. Она говорит, как связь появится, я с ним посоветуюсь. Типа, если все окей, то закажет там на 25 тысяч. Марина батл на желание. А какое желание? Что меня ждет? Сними трусы, сними майку, покажи жопу. Да? Что там? Какие желания? Просто желания бывают разные у всех. Я боюсь. Значит, придется выполнять. Давай, не хочешь пойти мне на работу? А что там делать у тебя? Я забыла. О, стоп. Угу. Да, типа такого. Но я не буду такое делать. У-у. Подписка принимаем. Без проблем. Спасибо за подарочки. Я на тебя тоже подписалась. Вау. Короны. Короны красивые. Не знаю, что дают, но они просто красивые. Вы кто такая? Я не знаю, кто я такая. Никто. И звать меня никак. Я хотела написать, не хочешь принять меня на работу. Иди, посиди там, иди. 200 рублей выход. Спасибо за подарки, спасибо. Зидан. Федька, давай. 200 рублей мне не жалко, выходи. И плюс, ну фиг с ним еще проценты, короче. С нуля проценты там нормальные будут вообще. Ага, согласен, ты, конечно. Потом заводишь Марина. Ты представляешь себя толстой? Не знаю, наверное, нет. Но я и не худая, я что-то среднее. Я и не жирная сильно. И, короче, я такой среднячок на любителя. Такой-то. С кем спишь, что ешь? Ем еду, сплю с человеком. Среднячок, тройничок. Ну нет, без тройничка, давайте как-нибудь.
Ева, ты там живая? Да. Класс. Я когда лежала в хирургии, очень сильно похудела даже. Ну, понятно. Не на курорте же. Надо КамАЗ алмазов. Вываливай. Да, мне уже прошло. А, ты уже все? А ты воду, пробку убрала? Давай. И игрушки вытащи из ванны сразу, чтобы я их потом не убирала. Вот я. Ты его намочишь, коза. И что? Что за маленький суфлер за кадром? Дочь. Мое маленькое счастье. Моя мечта, которая сбылась. Осталось только вырастить хорошим человеком, достойным человеком. Давай, высохло, у тебя волосы, можешь идти на работу. Нет, тут сзади еще мокро, видишь, вон там мокро еще. Сходи, подуй. Так вот. Я как захожу на родину, вообще много приходит. Угу. Это кончики, видишь? Я раньше была полностью блондинка, я убила волосы, короче. Они теперь пушистые такие. Пока их чем-то не намажешь, блядь, так себя ведут не очень красиво. Извини, детка, я как увидел тебя, и меня что-то ёкнуло внизу. Ты не подскажешь, к чему бы это? Давление померяй, нормально все будет. Таблеточку выпей. А еще лучше, если передернуть, все пройдет. Мокро еще здесь. Дернуть не надо. Да надо, надо. И не раз. Поступательными движениями зад-вперед. Блядь, мне еще столько пожарить, боже. Что одеть? Я не знаю, что одеть. Платье одеть. Мне кажется, нам нужно совокупиться в одно целое. Уф. Кажется тебе. Ребята, очень прошу, не пишите чушь, только красивые слова, красавица. Боже, 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 боже. Ты их, наоборот, провоцируешь. Шустрик. Угу. Поцелую. Поцелуко. Евгений, привет. Как дела? Все хорошо? Отлично. Отличное утро для того, чтобы пойти и захватить мир. Приветик, родная. Как выходные? Какие выходные? Я сейчас на работу пойду. Какая чушь, это жизнь. У меня утро. Отстаньте. Я проснулась в 9. У меня утро. Все, что до обеда, а обедаю я часа в 2, это утро. Тебе Марин, да. Не подарок, а сразу в койку, ну ты, блин, даешь. Вообще, да? Вон люди пошли, ленивые какие. Да, Марина. Маринка. Детки, что ты не понимаешь, что я понял, что ты мне подходишь.